Курганская строительная компания «Чистый город» знает, как превратить будущий дом в надежную крепость. Предприятие оказывает услуги в выполнении общестроительных и ремонтных работ. Военные технологии в гражданском строительстве. Фундамент, изготавливаемый на винтовых сваях, позволяет за 1-2 дня возводить основу для будущего строения. Диаметр свай зависит от несущей нагрузки. Благодаря этому можно установить любое строение – от беседки до промышленного здания. Также компания предлагает ограждающие конструкции – заборы для школ и детских садов. Легкие алюминиевые конструкции. Здесь вы видите профиль оцинкованный, термопрофиль. Что позволяет, опять же, снизить сроки при строительстве, не использовать тяжелую технику, какие-то механизмы специальные. Дом собирается, скажем так, ну как конструктор. Конструкция используется как для строительства домов, ангаров, зернохранилищ, так и для реконструкции и надстройки дополнительного этажа или мансарды. Зачем менять кровлю и не использовать имеющуюся площадь? Сплошная экономия. Еще одна из новинок – сверхтонкий теплоизолятор «Корунд». Наносится на любую поверхность в виде краски, а действует как тепловой барьер. 1 мм теплоизоляции заменяет 60 мм минеральной ваты. Обновление и утепление фасада одним взмахом кисти. Идеальный вариант для газоблочных домов.